Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас человек, который сделал реакции на все выступления Димаша, личный помощник Димаша по носочным вопросам, философ, да и просто хороший человек, Фил. Всем приятного просмотра. Йоу, как поживает моя банда? Чё там, народ? Сразу вам скажу, пока мы не начали делать реакцию. Люди меня спрашивают: «Фил, что с твоим носом?» Они говорят про вот это. Так вот, дело было вечером. Я вам расскажу эту историю. Причина, почему мой нос так выглядит, в том, что у меня была настоящая, мощная заруба с огромным-преогромным комаром. Итак, мы будем смотреть... Димаш, куда бержен? И это называется... Адай Дай Дидао. Я исковеркал название песни, как всегда. Извините. Те, кто отправил мне эту ссылку, сказали, что это видео просто красота. И я проверил видео, оно с его официального канала. После того случая мы будем смотреть видео только с его официального канала. Ну что, поехали? Выглядит как живое выступление под открытым небом. Да это даже не важно. Я же видел, какие безумные вещи творит этот парень у себя в студии. Какая разница? Так, давайте посмотрим, что он нам приготовил. Эй! У нас опять эти традиционные штучки. Давай, бро. Эй! Я люблю такие выступления, где мы можем увидеть культурные особенности другой страны. Еще и с этими всеми инструментами. Это становится чем-то особенным. Я не буду часто останавливать, просто я должен был это сказать. Вживую это, наверное, еще прекраснее смотреть. Это просто чудесно. Как называется этот инструмент? Мне кажется, вы уже говорили до этого, когда я смотрел его выступление в студии. Пожалуйста, черканите комментарии. А вот и он. Весь покрытый золотом, абсолютно весь. Давай, бро! Он всегда так сфокусирован и сосредоточен. Он еще даже слова не сказал, но уже можно увидеть столько страсти на лице у этого человека. В его глазах он просто изливается страстью. Давай, брат, мочи, наваливай, дайте ему микрофон. Отшаста қаламала сізге ерке жүзім бар өттірдін жи ай айдай күрке есіме сен түскенде мен қарағым
Озайсам атып қалғанай Это, походу, история про отношения. Я включу редактирование субтитров на этом видео, и вы сможете добавить что-либо. Вау. Это просто... Это Димаш, и это уже и так красиво. Но сама декорация сцены и тамошняя атмосфера абсолютно восхитительны. Звучит как очень грустная история. Боже мой, у меня мурашенцы от этого. Я вам говорил, что эти инструменты мгновенно цепляют меня. Инструменты так красиво звучат, и это просто должен быть его голос, потому что он такой чистый. И именно этот голос должен звучать на фоне этих рукотворных инструментов. Никакой электроники. Электронная музыка слишком фальшива для этого. Димаш, делай красиво. Да кто хочет тебя бросить? Не понял. Кто хочет бросить Димаша? Что с вами не так? С головой дружите? Вы чё там, рыбный суп ели? Да он даже меня может укачать, спев колыбельную. И хотя меня просто так не возьмёшь, но вот таким голосом... Я бы не устоял. Давайте продолжим. Я же говорил, что он инопланетянин. Смотрите, как блестит его кожа. Я же говорил, там что-то есть. У него кожа блестит. Это, наверное, светило с его родной планеты. Я знаю, это свет, просто свет. Но чё вы, ёлы-палы? Дайте домой. Дайте ветру этим рейгой. Шалвану на... Ага, это сирот курицы, ходи! Это должно быть так прекрасно, смотреть это вживую. Вот что делает прекрасным наш мир. Разные культуры делают наш мир таким прекрасным. А музыка связывает все культуры вместе. Ты можешь там сидеть, и неважно, на каком языке ты говоришь, откуда ты будешь просто сидеть и ощущать себя в состоянии транса. Будешь хлопать зенками, как зачарованный. Понимаете? Это и есть сила музыки. Не имеет значения, какая у тебя культура.
Какой ты расы? Разве это не цепляет тебя? Разве от этого нет мурашек на коже? Вы можете понимать эту историю, что он рассказывает? Да даже если я выключу субтитры и не буду понимать то, о чем он поет, но я могу это почувствовать, видя, как он это делает. Это музыка. Это то, что объединяет людей вместе. Вот о чем я. Вот так жахнул. Стены вокруг этого стадиона разбились вдребезги. Давайте вернемся. О, Господь Всевышний! Это все? Или это такая пауза? А, нет. Но разве с этим светом на его лице он не выглядит как Бог? Давай, брат, этот человек как Бог. Давай. А ну-ка тихо! А ну молчать! Он же еще не закончил! Вообще, блин! У этого парня просто нереально сколько страсти. Нереально. Вот это когда ты знаешь, что человек отдал все. Просто все. Каждый кусочек, каждую частичку своей души. Просто смотрите. Вот здесь, смотрите на него, смотрите. Он вложил все в эту песню, он излил свою душу. Знаете почему? Потому что у него, блин, есть сердце. У него есть что-то вот тут, и он выкладывает это нам. Мы, как люди, все так должны делать. Быть самими собой. Не бойтесь быть страстными. Вас всегда будут критиковать. Люди всегда будут насмехаться. Да пошли они в баню. Извините, что я матерюсь. Короче, пусть те люди, которые насмехаются, катятся к чертям собачьим. У тебя есть сердце. Есть цель. Просто почувствуй это. Остальные пусть валят к чертовой бабушке. Я только из-за них заматерился. Просто потому, что я вижу, как много людей зависят от мнения других людей. Вот такие мы все должны быть. Отдай все здесь и сейчас. Ведь у тебя всего одна жизнь.
Бог, Бог. Посмотрите на эти шарики на его лице. Итак, ссылка на оригинал внизу в описании, если хотите сами посмотреть без моей болтовни. Но это канал для реакции. Это было нереально, но я уже этому не удивляюсь, потому что он монстр, просто монстр, совершенно потрясающе. Он сделал мое воскресенье. Всех люблю, всем мира. Всем спасибо за внимание. Я пережил бурю эмоций даже после того, что я и сам переозвучил это видео, и вот сейчас послушал, мне было и весело, и радостно, и грустно. Подписываемся на Фила, он топовый реактор, музыкальный блогер, реакционер. Всех люблю, всех обнял, пока!